дождик сладкий. Можно просить, чтобы его погладили. Маленький дождичек. Ну, котечка мой дождик. Не нравится в клеточке сидеть. Ну, пока нужно, зайка. У тебя кровушка, дождичек. Сиди, не ходи сюда. Дождик мой, дождик. Дождичек. Это где мой зайчик? Малыш. Дождик. Зайчик мой. Ну вот. Поставили коту прививку повторно мультисел 4. И вот началась у него температура 40,5 сейчас. И отказ от пищи. Мальчик так тяжело переживает вакцинацию. Возможно, даже он инфицирован был. Рота у нас нет. Воду мы пьем, насильно получаем питание. Но сами мы не кушаем, потому что у нас высокая температура. Сейчас мы взяли кровь на анализ. Мы посмотрим, что у нас по крови там будет. И уже от этого будем, как говорится, писать. Антибиотик, капельницу. Капаться сами будете? Давайте сейчас прокапаем его. То есть посидите это, с ним. Да. Ага. Это биохимия или общая? Это общая. Я не стала биохимию ему делать. То есть у него Скорее всего, вирусная инфекция и, возможно, на фоне вакцинации был прорыв иммунитета. Вот, может быть, он носитель какой-то инфекции. Мы поставили вакцину и он среагировал. Ну, понятно. Как хроническая инфекция, да, у него была. Он ее не проявлял, а вакцина ее спровоцировала. Да, Вот так бывает, друзья. Поставили прививочку повторную котику, и она спровоцировала у него вирусную инфекцию, которая, возможно, была у него в крови. И вот сейчас мы накапливаем. Не кушаем уже неделю. У нас высокая температура. По идее, прежде чем вакцинировать животное, нужно сдать все тесты на вирус. Но в нашем случае это очень дорого. Поэтому именно нужно 3 теста взять перед вакцинацией. Каждый тест примерно 3000 рублей. Наши прививки проделать нереально, потому что надеемся, что дождичек поправится у нас. Вот сейчас мы прокапаем. Зайчик сильный. Он получает антибиотики уже несколько дней. Ну и потом придется производить ему повторную вакцинацию, пока мы вот лечим какую-то вирусную инфекцию. Какую непонятно, да, дождичек? Совершенно нам непонятно, что за вирусная инфекция у нас. Язвочек во рту нет, рвоты нет, просто высокая температура и все. Сейчас пролечимся, посмотрим, как дальше будут дела обстоять, да, мой котенок? Да, мой мальчик. Все будет хорошо. Дождичек, тебя все любят. Все будет хорошо, мальчишка. Все хорошо. Сегодня в Бесте у нас на приеме двое животных. Это дождик на капельнице, у которого осложнения после вакцинации начались. Люди прорыва вирусной инфекции. И котеночек Гриша. Вот. У него проблемы с печенью. Поэтому просим людей откликнуться и оказать финансовую помощь. У нас также в клинике есть еще кошка Ариша и кот Блэк, который ждет протеза стоимостью 100 тысяч. Лечение животных производится только с пожертвованиями. Наша зарплата, конечно, не хватает. Животных у нас очень много. Помимо того, мы содержим приют, в котором находится около 100 животных. Приют также существует на пожертвования. Очень просим людей откликнуться и помочь в оплате лечения животных в клинике Бест.
И спасибо огромное всем за помощь. Спасибо всем добрым сердцам, кто откликнется и поможет этим бедным животным. Наш на рентгене будет. Давайте, ну давай, ложись. Наверное, так его положим, да? А что у тебя? Пока непонятно, так все чисто у меня.